Майкопским городским судом оштрафован 22-летний участник свадебного кортежа, житель Майкопского района. Молодой человек был задержан за совершение административного правонарушения. Накануне в полицию поступили сведения о том, что в ходе передвижения автомобиля свадебной церемонии в Майкопе кто-то произвел несколько выстрелов. Прибывшим на место сотрудниками полиции установлено, что стрелял 22-летний житель поселка Тульского. Также выяснилось, что выстрелы он производил из стартового пистолета и на момент совершения данного правонарушения находился в одном из автомобилей свадебного кортежа. После сбора всех необходимых материалов парень был доставлен в городской отдел полиции. В отношении него было возбуждено административное производство за нарушение общественного порядка, выразившееся в совершении мелкого хулиганства. Суд оштрафовал молодого человека на 500 рублей. Следствием возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Майкопа. Она подозревается в крупном мошенничестве. Полицейские располагают данными, что путем обмана этой женщине удалось похитить около 2,5 миллионов рублей. Выявить факт неисполнения обязательств по договору перед клиентами одной из частных фирм удалось оперативникам в сфере экономической безопасности. В ходе отработки полученной информации они установили и схему обмана, которая неоднократно, но результативно пользовалась индивидуальный предприниматель. Заключила договор с московской мебельной фирмой, арендуя помещение в городе Майкопе под магазин продажи мебели, принимала заказы от жителей Республики Адыгея, оформляла с ними договор оказания услуг по приобретению мебели, принимала денежные средства в счет оплаты заказа. В дальнейшем взятые на себя обязательства данная гражданка не выполняла. Установлено, что в период с августа прошлого года по март текущего ею совершено около 40 таких преступлений. Денежные средства расходовала на собственные нужды. Гражданам Республики Адыгея причинен материальный ущерб на сумму более 2 миллионов рублей. Полицейские продолжают проверять подозреваемую на причастность к совершению аналогичных действий.